Увеличивается динамика производства, объемы экспортных поставок и товарооборота. В Доме правительства сегодня подвели предварительные итоги социально-экономического развития республики за 9 месяцев. О темпах роста и прогнозах Дмитрий Ковалев. Если в начале года в пакете заказов предприятия ощущался дефицит, то по итогам третьего квартала большинство заводов нарастили объемы. Большим спросом пользуются спецавтомобили, бульдозеры, грузовые вагоны, силовые агрегаты и солнечные модули. Группа компаний «Хейвел» завершила второй этап расширения технологической линии производства солнечных модулей. Несмотря на положительную динамику общего индекса промышленного производства, индекса производства электронных и оптических изделий, а также электрического оборудования, пока находится на уровне 83-88%. Общий объем отгруженной продукции 187,3 миллиарда рублей. Из них организациями обрабатывающих производств 163,5 миллиарда рублей, где рост составил 119%. В целом, по итогам 2019 года, планируется увеличить объем отгруженной продукции в целом по республике до 244 миллиардов рублей. Хорошие перспективы открываются перед концерном «Тракторные заводы». Глава региона отметил, что в условиях растущего спроса на технику производителям необходимо увеличивать поставки за рубеж. Заказ есть, и дальнейшие показатели и по итогам года должны еще быть лучше. Индекс промышленного производства за 9 месяцев текущего года составил 103,5%. По обрабатывающим производствам, если отдельно взять, 105,8%. Позитивные прогнозы и в строительном комплексе. С начала года в республике было введено порядка 400 тысяч квадратных метров жилья. Ожидания превосходят и объемы выпуска сельхозпродукции. Ключевым показателем социально-экономического развития региона Михаил Игнатьев назвал и поэтапный рост заработной платы. Динамики по начислению заработной платы составляют 108%. Если вычитаем с этого практически уровень инфляции, то около 103%. Динамика, она такая значимая для нас. Растут и доходы региональной казны. Налоговые сборы – ключевая статья бюджета. Основная, конечно, доля – это приходится на налог на доходы физических лиц. Рост к аналогичному периоду 104,3%, что связано с ростом среднемесячной заработной платы. По всем источникам финансирование с федерального центра по нашим программам, где мы участвуем, динамики практически по итогам 9 месяцев у нас рост составляет 26%. Это говорит о многом. И по прогнозам, доходная база бюджета продолжит расти, опережая темпы прошлого года. Дмитрий Ковалев, Надежда Яковлева и Игорь Зверев. Республика.